Всем привет, дорогие друзья, с вами Лекс, и мы сегодня играем в такую игру, как Ace of Spades. И это один из самых лучших модов, только я чуть не понимаю. То ли у меня мышка залагала, то ли у меня какая-то чувствительность непривычная мне стоит. Ну ладно, может быть привыкну. И вот, это один из самых интересных модов в Ace of Spades. Почему он интересен? Потому что... Не потому что он там всякий креативность какую-то добавляет, либо еще чего, а вот именно в плане того, что у него именно интересно играть, ребят. Это противостояние двух сторон, абсолютно ничем не отличающихся друг от друга. А всего лишь мы будем сейчас убивать противников. Все, больше здесь ничего делать не надо. То есть, вообще здесь, конечно, в этом моде нужно захватывать флаг. Но кому это надо, ребят? Кому это нужно? Захватывать флаг. Я лучше поубиваю, позарабатываю очков. Так будет интереснее намного. И вам, и мне, и всем. Это уже сломали, здесь была часовня, или как она называется. Такие вот дела, в общем-то. Выстрел в голову. Едва замечен он был мною, но я его уже убил. Вот так здесь как бы играется. Ох ты ж, блин. Вот это вот шустрый. Давно вот таких не было. Я вот часто какое-то время в это играл. Игру. Обычно там по 3-4 раза стреляют, чтобы попасть. А тут сразу, смотрите, да? Взял и попал. Дело в чем? Нужно захватить флаг. Вообще. Основной, так скажем... Основная цель этой игры — это захватить флаг. Но кому он нужен, ребят? Конечно, если захватят 5 раз флаг, значит, вы проиграли. А если вы захватите, то вы выиграли, разумеется. Но это не самое интересное. Здесь можно просто тупо ходить и убивать. Но на самом деле, вот когда записываешь, ты не настолько сильно сфокусирован на игре, как это бывает обычно. Не знаю, вот если кто-то смотрит меня из блогеров, летсплейщиков, либо еще кого-либо, то вы, думаю, поймете сами, о чем я говорю. Выстрел в голову. Здесь надо именно попадать в голову, ребят, иначе... Иначе смысла нет вообще. Убийство. Видите, как бы я только немного замечаю по текстурке. Видите, она как бы голубая. Здесь туман войны стоит. И сразу надо убивать, стараться. Перезарядимся. Тема в чем? Если вы не играли в Ace of Spades, думаю, если вы в нее первый раз играете, она вам очень сильно понравится, я вот так скажу. Потом, может быть, она поднадоест вам, потому что она однообразная и, впрочем-то, ничем не отличается от таких инди-игр, которые быстро надоедают. Двойное убийство. Вот так это делается. Вот я сейчас сижу на такой позиции, где меня вполне очень хорошо заметно. И врагов что-то как-то маловато. Джиггернаут какой-то. Так. Смотрим, что у нас тут есть. Я вижу, он вдалеке прыгает. А, вот он. Скотина, попал. Я думал, он даже меня не стреляет, если честно. Фух. Да, такое напряжение, конечно, когда стреляете. Эх. Короче, если подойти к флагу своему, где... который должен захватить команда противника. Вот он находится. То вам дают патроны и дополнительные блоки.
блоки. Здесь нужно, чтобы ставить баррикады, либо строить какой-то мостик. Здесь очень часто это применяю, чтобы мост построить, чтобы сразу же переходить. Также здесь есть лопата, которую можно копать. То есть можно копать всякие различные овраги, подкопы и прочие темы интересные. Блин, я слышу, кто-то идет, думаю, уже кто-то там внизу шастает. Оказалось, нет. Ё-моё. Нам кто-то строит, видите? Вот говнюки какие. Я убил, но 3 выстрела, ребят, это не самое лучшее убийство, если честно. Вот я вот сейчас смотрю туда. А возможно убьют меня вообще как откуда-то сбоку. Вот такая вот всегда ерунда тоже бесит во всех играх, которые вообще существуют. Начиная с Battlefield, заканчиваем именно вот Ace of Spades. Ace of Spades. Как переводится, к сожалению, я понятия не имею. Но игра напоминает по себе, как многие говорят, Майнкрафт. Везде, где кубики, теперь это Майнкрафт, ребят. Вот, убил. Так, он прыгал и перестал. Они меня ждут там, что я вылезу. Надо как-то схитрить. Потому что там еще один стоял, он видел, что я творю. А в него не попасть. Пошел в жопу. Не могу я в него попасть. Может, я слишком косой? Нет, попал. Надо быть осторожнее. Мы сейчас находимся на вражеской территории. Фух, напугал. Как всегда, вот слышу шаги какие-то. Думаю, что это противник. А он копает подкоп, походу. Граната туда не долетит, так что даже нет смысла кидать. Да ё-моё. Ты умирать-то там будешь? Это свой идет. Ух ты ж, блин, попал. Не знаю, видите ли вы это вообще на видео. По-моему, если вы будете в качестве 360 смотреть, вы вообще ничего не увидите. Даже в 720 маловероятно чего увидите. К сожалению, я максимальное качество могу выбрать сейчас в данный момент только 720, потому что я не хочу, чтобы меня нагружал сильно компьютер. Какое-то время, да, я записывал, помню. Возможно, какие-то старенькие олдфаги, которые были подписаны давным-давно еще на моем канале, остались и помнят это время, когда я записывал 1080p. Но сейчас это время уже прошло. Потому что я понял, что это того не стоит. Отлично. Видите, здесь можно на две такие категории разделиться. Кто-то строит, кто-то убивает. Лучше убивать. Потому что вас рано или поздно-то кто-нибудь убьет, если вы будете строить. Опять. Да что ж ты такой говнюк? Ходишь, мешаешь. Вылез зеленый, думал, что я его не замечу. Вон еще один зеленый. Говно. Я ничего не успел сделать. Я видел лишь какие-то блоки. Возможно, под нами кто-то копает. Это вполне вероятно. Это вполне естественно для этой игры. Их не убил. Кто-то из наших умер. Слышу, кто-то идет. Кто идет? А, вот он. Что ж ты будешь с вами делать?
Я не знаю, куда стрелять, если честно. Кто-то моих друганов убивает. Вот, кто именно? Вот именно он и убивал. Эх. Давайте, ребят, забьемся между нами. То, что я буду играть до того момента, пока я не стану на первом месте. То есть, сколько бы я ни играл, хоть час, хоть два, я буду записывать, пока я не окажусь на первом месте. Не знаю, стоит ли так делать. Мне кажется, не стоит, потому что это, во-первых, мне хуже и вам хуже. В плане того, что я буду делать одно и то же действие на видео на протяжении долгого времени, а вы будете это смотреть и, разумеется, до конца не досмотрите, потому что это смотреть неинтересно. Я буду играть, и мне это будет сложнее будет закинуть на YouTube. О, я вижу противника нашего. Эх, я тут хотел так уже втихаря к нему подойти, убить. А, его сзади так убили. К сожалению, видите, бегать вот так по блокам нельзя, но если идти, то он сможет переступить, как бы. Это как бы считается реалистичным модом. Говнюк. Я его сломал. Так. Готов. Ощущение, что здесь кто-то ходит. Но кто именно, я не знаю. Они там целый форт строят. Для чего, непонятно. Ой, ё-моё. Кто убил, непонятно опять же. Ну так здесь, в принципе, и бывает. Я кого сколько уже убил. Они, наверное, половину даже не понимают, откуда я убиваю. Можно сейчас сделать интереснее, ребят. Зайти в тыл врага и через в спину им стрелять. Как сделали-то тут окопы. Так. Не знаю, стоит ли так делать, но я так сделаю. Вот я говорил о мостиках, вы сами помните. Что это за фигня? А, нифига себе, они зас... Все понятно, где наш портфель. А я-то думаю... Вот, вот этот портфель, который здесь лежит, его и надо отнести на базу свою. И здесь многие стараются это сделать из противоположной тимы, но у многих не получается сделать этого. Я сейчас нахожусь на противоположной стороне. Там уже кто-то находится, ребят. То есть, вы понимаете, что это значит. Это значит то, что не единственный я до такого дошел. Мозг думает. У всех одинаково, ребят. У всей моей тимы просто. Все хотят рашить, все хотят побеждать. Фух. Так. Здесь я не упаду, интересно. О. То, что нужно. К сожалению, без понятия, заметил ли меня противник, которого я убил. По идее, можно ведь смотреть в камеру после убийства, после вашей смерти, точнее, и смотреть и знать, куда что идет. Я в него не попал, значит, он меня, по идее, не спалил. На карте здесь никого нету. Ух ты ж, скотина. Он, походу, меня и ищет, ребят. Хе-хе-хе. Доискался. Поиск закончился для тебя плачевно. Надо, наверное, спускаться отсюда. Идти убивать к ним прям в тыл. Он меня видит. Я без прицела убил. У меня 66 хп, вы сами видите это. Ах!
Так офигенно прицелился, ё-моё! Это можно было сделать спокойно, ребят. Я, наверное, своих слов не сдержу. Потому что чем дольше я записываю, тем больше памяти у меня выделяется на именно на запись. А на диске C у меня памяти вообще нету. Не знаю, что происходит. Она почему-то исчезает, то появляется, то исчезает, то появляется. То 10 гигов, то 2 гига, то 3 гига, то 5 гигов. Неизвестно. Лично для меня непонятно, куда она исчезает. Почитал я всякие интересные вещи про эту тему. То, что это может быть, как называется-то, логи записывать у нас, наш компьютер, то есть восстановление системы. Что это, то есть она записалась, если мы захотим восстановить, у нас уже будет восстановлена такая тема. Синий идет. У них все зеленое, блин, как и они прям. Поэтому мало чего тут понятно. Ищем. Вообще никого нет. 2-5, 1-5. Мы пока что проигрываем по этим. Двойное убийство. Еле-еле, правда. Обычно, если наловчишься, то с одного выстрела убиваешь и все. И не паришься. Даже ни в кого целиться в особо-то не приходится. Так. Мы опять на их базе. Не знаю, что с этого получится. Я знаю, что рядом где-то у нас есть противник. И как мы его будем убивать, я без понятия. Так, ладно, давайте. Я слышу, что где-то здесь кто-то ходит. Кто именно, враг или друг, непонятно. Отлично. Доминируем. Здесь у них целые туннели, система туннелей. Фу, жесть. Это мне интересно вот так играть. Потому что по идее, это тут убивать надо, ребят. Если кто не знал. Теперь я буду у них в туннелях и сидеть, раз они выкопали их. Так, я пока что на втором месте. О, мы, кстати, захватили еще один этот. Еще один чемоданчик. Ах ты, скотина сраная. Блин. Я знал, что где-то рядом есть противник, но вот именно где я, ну, так знал, что где-то. Все. Думал, что вот тот, кого я выстрелил, это именно он и есть, но оказалось, что нет. Прикольно так побегали по их базе. Убийство. И мне это понравилось.
есть здесь еще и зомби мод. Он многим тоже нравится, потому что это чаще всего заполняющиеся сервера именно с зомби модами, либо с вот с этим вот модом. Так что, ребята, если вы не покупали Ace of Spades, именно советую, на если вы купите, играть вот на этих модах. Выстрел в голову. Я не знаю, есть ли там кто. Не понимаю. Порой смотришь, и зеленый квадратик, кубик какой-нибудь тебе кажется уже противником. Как бы здесь очень тяжело в этом плане. Моего друга на убили. И идем в окоп. Как и в прошлый раз, впрочем. Если меня не спалили, то все будет замечательно. Вроде, когда вы идете пешком в присядку, то нету ничего этого звука, который мог бы вас спалить. То есть звука ходьбы. Фига себе. Туннель. И сейчас, наверное, надо будет попробовать убить. Они, видите, я слышу кого-то, кто-то что-то строит. Они, возможно, не знают, где наш чемоданчик. Здесь, видите, постоянно предлагают забанить какого-нибудь игрока за гриферство. Не знаю зачем. В итоге, если хотя бы один проголосует против бана, то уже бан не пройдет. Ах ты гнида. А, нифига себе. Вот смысл. Смысл. Он, наверное, всю игру здесь простоял. И дождался своей добычи. Жесть. Просто жесть. Еще немного до первого места, и все. Я буду крутым. Можно, в принципе, дождаться пока. Ой-ой. Пока ливнет этот. Первое, тот, кто на первом месте ливнет, парень. А можно и не дожидаться. Я же троих убил, и они все собирались взять флаг. Они, кстати, начинали меня стрелять. Да, вот такой вот я игрок. Сделал трипл килл. Кого они там стреляют-то хоть? Мне аж интересно стало. Никого тут нету. Так. Ждем противников, что уж делать-то. Делать нам больше нечего, ребят. Скорее всего, они либо на той части острова, либо у себя где-то ползают в туннелях. К примеру, здесь некоторые строятся до сих пор. Смысл только этого никому не понятен. Он не умирает! Это жесть! Вы видели сами, я уж думал, что я его убил раз пять. Потому что прицел действительно был на нем наведен. Жесть! Это можно было спокойно сейчас закончить игру, убив я хотя бы 2-3, 2-3 человек, но тот бессмертный парень зарешал, просто зарешал. Даже не о чем здесь говорить, ребят. Дальше идем. Вообще, когда я играю в этот мод, без записи, я сижу такой весь напряженный, весь вообще ни одного слова не говорю, потому что если я скажу, то я не буду настолько сильно сосредоточен на игре. Да-да-да, вот так вот тоже бывает. Так. Я слышу, кто-то стреляет. Где ты, противник, покажись. Кто же стреляет? Притом по нам стреляют, я слышу. Звуки. Свистят пули. Это свои все. Ой-ой-ой, нашего-то убили. Надо быть готовым.
Ну и что там такое происходит? Я видел его. Ха. Этого убили. Этого убили. Этого убили. Кто еще? Следующий, ребят. Ой-ой-ой! Сидит на башне. Я его успел только заметить, а он меня уже убил. Эх, еще немного. Блин, ребят, там, наверное, уже записывалось. Столько времени. Ох, ну ладно, ничего. Придется заливать огромный кусок ролика. То есть весь всю серию. Гигантнейший, вот так лучше, кусочище Resolspace. Я вообще его ни разу еще не записывал. Купил я уже довольно-таки давно. Играл я в нее уже довольно-таки тоже часто. И вот только сейчас что-то я собрался записать. Думаю, что бы записать такое, и во что бы поиграть. И вот поиграл в это Resolspace. Ну, вы сами сейчас видите все, что здесь происходит. Вот этот говнюк сидит там на башне. Сидел. И все, теперь там никого нет. По крайней мере, я не увидел. Убил. Фух, показалось. Видите, показалось, и в действительности может быть то, что мне покажется, что мне показалось. На самом деле ничего не показалось, и он действительно там сидел. Так, ищем. Взрывы какие-то происходят. Что-то слишком сильные взрывы, точнее эффекты. Взрывают всего там 2-3 блока, а выглядит так, как будто там пол карты взорвалось. Ё-моё, я видел. Говна кусок. Он, видимо, долго целился, а я взял, присел. А, без прицела, жесть. Даже так могу. Так, еще немного осталось. Еще 2000 голды, ребят. Ой, очков. Фух, это свой все время был. Бит. Система туннелей. Наверное, отсюда я сюда не буду лазить. Вот говна кусок. Эх, еще 800 очков, я уже победитель. Я уже всех победил, получается. Даже не то чтобы своего, который на первом месте, а уже получается всех. Еще 27 минут, надеюсь, я успею. За 27 минут я не успею. Кстати, 30 минут где-то идет запись, потому что мы заходили, где-то было 50, либо 58, либо 50. Да, вот столько уже мы снимаем. Говна кусок опять. Не попал я по нему. Где он там? Все, он исчез. Либо его убили. Эх. Этого опять убили. Ставьте мне хоть одного-то. Там никого нет вроде. Куда он стреляет? Минус половину хп я себе обеспечил. Очень медленно передвигается в воде. Это вообще гигантский минус. Ну, то есть, обязательно нужны мосты. Здесь не знаю. Здесь был мост вообще обычный. Его, видите, уже сломали.
пошли в жопу. Вот. Убил. Только с моими хп-то радоваться особо нечему, ребят. 36 хп — это один выстрел в ногу, я уже умер. Убит. Ох, ты ж говнюк какой. Вот я думал, вообще не заметил. На самом деле, у этого 7470. Мне еще дофига очков. Жесть. Я аж бутылку уронил от того, сколько мне очков осталось. Ага. Вот говнюк. Но я все равно, ребят, я свое слово должен сдержать. Я буду записывать, пока я не буду на первом месте. Ё-моё. Зря, наверное, дал это слово, но сдержать его придется. Так, где это у нас враги? Все до сих пор там сидят, наверное. Вот один. Мое место выбрал, говнюк. Теперь нас двоих будет легче найти. Вот срань. Вот сидит голожопая тварь. Мне что помочь? Всегда вот так. Вот и упал ты там и сиди. Да, маловероятно, что я еще в течение 10 минут смогу достичь первого места, потому что сами видите, какие тиммейты, какие вообще игроки тут играют. Вот этот говнюк все не хочет отдавать свое первое место. Как только я его обгоню, я сразу закончу ролик, ребят. Я это обещаю, потому что, возможно, я его обгоню, и он меня сразу обгонит. Такого я не хочу, пока я буду там разговаривать. Я никого не вижу. Да пошел ты в жопу! Как так? Просто он двоих убил. Это просто жесть, ребята. Он двоих убил. Вы видели сами. Было написано. Если хотите посмотреть повтор, можете посмотреть. Это просто жесть. Это просто трэш. Мега трэш. Вот, White Rhodes пишет хе-хе-хе. Вот говно собачье. Сейчас я его и убью, пускай смеется. Его убью, и всех остальных. Кто там против меня что-то имеет? Смеется надо мной. Раз. Так, очень опасно выходить. Ну ладно, мы выйдем. Два. Скотина. Вот, блин, где все мои, фиг знает, ребят. Потому что что-то я играю. И в итоге я все равно сижу один. Все, наверное, зациклены на том, чтобы его взять и своровать. Да что ж ты... Ах, ё-моё. Не, это вообще жесть. Все, у меня... Мой навык пропал. Возмездие я сделал. Но это мне ни капли настроения не прибавило. Я на втором месте. Мне осталось 2-3 человек убить. Будет все просто замечательно. Вон идет. Раз.
два, три. Издалека. Я на первом месте, ребят. Это конец. Я больше не буду сейчас это записывать. Наверное, на этом заканчиваем, ребят. С вами был Лекс. Напоследок я не кидал гранату. Две гранаты кину. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Лекс. Всем пока. Это был Ace of Spades. Всем удачи.